В Якутске выбирают лучшего пожарного среди подростков. В столице республики проходит второй ежегодный открытый чемпионат по пожарно-прикладному спорту среди юношей и девушек. Участие в нем принимают 10 команд. Помимо школьников города Якутска на турнир приехали ученики средних общеобразовательных школ поселка Магаз, села Хатаса и Жатая. По итогам сформируют сборную города Якутска, которая в декабре примет участие в соревнованиях наряду со взрослыми в декабре этого года. А в следующем году представят честь республики на дальневосточном этапе. Я участвую первый раз. Ну, я волновалась, что как бы упаду или что-то такое. Ну, не очень сложно. Надо ступать ровно на лестницу, потом не надо торопиться быстро. Ну, сильно не надо торопиться. Держаться надо правильно. Там, слева, когда ты на первую лестницу наступаешь слева, если ты через одну, то на вторую лестницу справа надо.